Так, доброе утро, ребят. Доброе утро. Давайте будем продолжать выполнять задание. Я не знаю, нужно ли нам сейчас будет расширять здесь базу. Стоит ли это делать? У нас, в принципе, всего и так хватает. Ну, кроме грибов. Сможем ли мы построить сейчас контейнеры с грибами? Единственное, что меня сейчас волнует, это грибы, Потому что их очень трудно находить. Так, давайте, наверное, пару штучек, сколько сможем, по возможности мы сюда и поставим. Так, давайте. Раз. Ага, и все. И закончилось, да? Да. Где тут можно взять? Ну, дай. О, раз. Два, три. Все, закончилось. Хорошо. Идемте дальше смотреть, выполнять задание. Ага, здесь у нас пушки. Пушки, наверное, будут у нас для наших коллег, которых мы должны будем нанимать. Так, все. Выйти. Пошлите. Пошлите смотреть, что нас тут ждет. Привет. Слышь, а... Поехали. Поехали, да. А мы можем потренироваться с тобой? Угу, нет, не можем. Это мы можем, когда мы с тобой будем уже... Когда мы будем с тобой уже отдыхать. Хорошо. Так, давайте смотреть. Центр Припяти. Так, мы же вроде выполнили только что, или нет? Так. Так, давай, наверное, остаться на базе и отдыхать, а мы с вами выберем... Давайте сюда. Начать миссию. Поехали, да. Так как Оливеру нужно восстановить руку. Я не знаю, почему он так долго не восстанавливается, хотя вроде бы все есть для того, чтобы это сделать. Ну, может, я что-то и упускаю. Возможно, я что-то и упускаю. Да. Все. Не лагай, пожалуйста. Все. День 10. Хорошо. Отлично. Давайте сразу по карте посмотрим, что у нас тут ждет с вами. А, в принципе, немного мест, да? Посмотреть, что тут находится. Угу. Это наше задание. И бродяга какой-то. Ладно. Ладно. Сюда. Да, сюда. Идемте. Идемте смотреть. Потом сюда еще вернемся. Так, хорошо, что утро, что все хорошо видно. Надеюсь, здесь монстров не будет. Я знаю, что я уже раз 25, наверное, сказал это за все серии, но не хотелось бы с ними сталкиваться. Так, привет, а что у тебя тут есть интересного? Ничего? Так, вот это вот мне не нравится. Вот это вот мне не нравится экипировать. Кто нас палит? Мне интересно, кто нас палит? Ага, монстр палит у нас. Так, вот с тобой я как раз и не хотел встречаться, потому что мне придется в тебя вот два рожка выпустить. Это чересчур много. Криса, ты того не стоишь. Ты реально того не стоишь. Да, нам выпадает этот, как его, вот эта вот штука. Черноболит с него. Когда мы его убиваем. Но у нас и так, и сколько их? 9 штук. Я думаю, мы за по глаза нам с вами. Так, мы пришли? Нет, нам еще далеко идти.
Что тут есть? Что тут есть интересного? Что мы можем с вами тут налутать? Так. Признавайтесь, что тут лежит интересного и полезного. Ничего, да? Кроме ящичка. Угу. Паёк. Паёк — это всегда хорошо, это всегда вкусно. Так, а тут взрывчатка нам нужна. Тут нам нужна взрывчатка. Взрывчатку я еще не изучал. Не знаю, может, на следующую серию изучу взрывчатку. А может, и не изучу. Она будет смотреть, где она у нас находится. И тогда можно будет взрывать. Ну и тоже, я так понимаю, каждый раз, когда мы будем ее использовать, мы будем сюда привлекать монстров. Так как будет сильно шумно. Ой-о. Так, ребят, спокойно. Спокойно, ребятки. Тут где-то что-то лежит. Я так понимаю, нам что-то надо забрать. Вот оно. Оно добралось до меня. Теперь твой черед. Не-не-не, чувак, спасибо. Говорится, спасибо, не хочу. Можно, не надо. Так, давайте смотреть. Нам вот сюда. Хорошо. Ладно, идем. Идемте потихонечку. Не спеша. Блин, аж захотелось полностью в Сталкер весь переиграть. Был бы вот такой бы мод с такой графикой на Сталкера. День Чернобыль. Чистое небо я покатал бы. Единственное, ему понять, когда у нас с вами будут новые челики, которых мы будем занимать. Когда мы пройдем все вот эти вот миссии. Или нет? Так, кто тут есть? Ага, кроме радиации тут ничего нету, да, я смотрю? Кроме радиации здесь вообще никого, ничего. Даже патрулей нету. Так, во, нам сюда. Но здесь же должен быть патруль, правильно? Да, тут патруль есть. Интересно, сколько их тут человек? Раз, два, вижу, двоих вижу. Ну что, устроим перестрелку? Не будем долго затягивать. Или попробуем их как-то потихоньку убрать. Так, сколько вы будете стоять так? Ага, недолго. Понял. Давайте возьмем ствол. Давайте возьмем ствол. Блин, интересно, если я сейчас начну стрелять, не прибегут ли сюда монстры? Вот это что мне интересно. Так, давайте попробуем сделать вот так. Перебегаем, перебегаем, перебегаем. Нас не видно? Нет, нас не видно. Хотя бы, если мы с вами бежали, они нас бы услышали.
Ага, их даже трое тут. И даже тут трое. Ну ладно. Сейчас выберем ракурс получше и устроим перестрелку. Я так и не понял, где найти мне глушитель. С глушителем было получше. Ну, наверное, где-то в модификациях оружия. Ну, либо мне чертежи нужно находить. Так, нет, все-таки ближе надо подойти. Все, хорошо, давайте покушаем. Ага, там еще где-то солдат, да? Тут еще где-то солдат есть. Так, а где он? Солдатик, ты где? Ага, понял. Все, минус. Минус 4. Теперь предлагаю быстро их залутать и уносить отсюда ноги. И уносить ноги отсюда. Так, это один. Это второй. Но я бы их не усыпил бы, ребят. Ну, никаким образом я их бы не усыпил бы. Кажется, как ни крути. Так. Задание мы выполнили. Хорошо. Давайте смотреть, есть ли осталось у нас что-то еще. Идемте к бродяге сходим. Идемте сходим к бродяге. Тут мы с вами закончили. Все. Не бегу, не переживай. Так, что это? Ага. Так, и что ты начала так тупить? Сейчас, секунду. Ребят, хочу кое-что проверить. О. Что-то какие-то подвисания идут. Идемте сходим к бродяге и... Наверное, еще на одно задание сходим, потому что это что-то как-то быстро прошли с вами. Наверное, локация подгружается, из-за этого мне начинает оно так впризить и подвисать. Ну, уж простите. С этим поделать я ничего не смогу. Так, здорово, это ты, бродяга? Или нет? По-моему, да. Да. Привет, как оно? Привет, привет. Ну здорово. Хочешь поторговать? Да, давай. О, не могу не спросить. Мы же в самой жопе мира. Почему ты вообще этим здесь занимаешься? Здесь повсюду жопа мира, друг мой. Иногда для того, чтобы построить успешный бизнес, приходится сворачивать с проторенной дорожки. Этому меня лично Уоррен Баффет научил. Ты знаком с Уорреном Баффетом? Ну, нет. Я его на Ютубе зато видел. Считай, то же самое. Так, обменять пайки на снаряжение, обменять снаряжение на пайки. Давайте попробуем. Ладно, пайки на снаряжение. Расправивший плечи. Покажи, что у тебя есть. Так, два фильтра. Ну, фильтры у нас с вами есть. Угу. Металлическая пластина. Не, ребят, у нас... Думаю, я пока наторговался. Да, у нас с вами это все есть. Я кое-кого ищу. Возможно, тебе знакомо это имя, Татьяна.
Татьяна Амалиева. Она работала на электростанции. Она пропала 30 лет назад. О, прости, 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 друг. Женщин я давненько не видел. Слишком занят. Занят? Чем? Созданием целого мира новых возможностей. Я как Гордон Гекко, только умнее. И как Джек Ма, только усерднее. Ты ахнуть не успеешь, как я построю свою коммерческую империю на руинах Чернобыля. Удачи. Мне одному его... Удачи с твоей империей, Атлант. Голос похож на Джея из Молчаливого Боба. Удачи мне ни к чему. Так, все, мы все закончили. Походу все, мы все тут закончили. Ну что, отправляемся домой? Ну, кроме взрывчатки, здесь по-любому какие-то компоненты находятся. Ладно, давайте отправляться домой. Так, мы дома, хорошо. Продолжить от раздачи пайков. Так, целый паёк. Применить. Отлично. Так, психическое состояние здоровья мы с вами подлечим. Где у нас оно? Количество здоровья не то. Так, вот это вот, по-моему, успокоительное, да? Да, успокоительное. Идемте попробуем сделать еще две штучки. Хватит ли нам ингредиентов? Это вот это вот фиолетовое. Это как раз. Ага, и не сможем. Хорошо. Давайте сложим все лишнее, так сказать, сюда. Блин, патроны, наверное, нам бы тут бы хранить бы с вами. Патроны хранить бы вами с вами, с нами, с вами, с вами тут. Но мы потом уже распределим. Так, на калаш пусть будут патрошки. 30 штучек тоже пусть будут. На револьвер. Так, это сюда. Канистры сюда. Металл. Травушка-муравушка. Так, это вододулечка. Угу. И хлебушек. Все, вроде все распределили. Это что у нас? Ага, это аптечка. Не, аптечка пусть будет. Думаю, аптека нам пригодится. Автомат, патроны тоже. Нам нужно сделать с вами отмычки, если у нас есть. Конечно, возможность. Да, есть. Раз, два. Идемте спадки, все, пошли. Идемте спадки, идемте дальше по миссиям пройдемся. Привет. Привет, Игорь. Все в порядке? Ну да. А ты как? Ну, в целом без сюрпризов. Ты ведь многое пережил, да? Вот уж точно. С тех пор, как стал солдатом удачи, я много всякого дерьма повидал. Воевал с сомалийскими пиратами. Повстанцами в Латинской Америке. Как-то даже помогал с подавлением бунта на алмазном прииске в Африке. Тебе никогда не казалось, что ты делаешь неправильные вещи? Я никогда об этом не задумывался. Война — это все, что я знаю. К тому же тут все зависит от точки зрения. Для НАР плохие парни — это мы с тобой. Реакционеры, террористы. Ну, это уж ты хватил. Не беспокойся. Я помню, на чьей я стороне, и кто мне платит. Плюс мне еще предстоит свести счеты с тем уродом в черной маске. Так, давай попробуем потренироваться. Слушай, может, поучишь меня своим военным хитростям? Вряд ли. В том, что касается навыков выживания или стрельбы, никаких хитростей нет. Но я с радостью обучу тебя основам. Да и мне будет проще, если ты сможешь за себя постоять.
Так, идеальная незаметность. Идеальная заметность. Теперь вы будете ходить, бегать и прыгать гораздо тише. Ага. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Отлично. Тогда начнем. Иди за мной. Иду. Ходить тише, незаметнее всегда хорошо. Теперь я научу тебя, как оставаться незаметным, если спрятаться почти негде. Твоя задача — быть максимально быстрым и очень тихим. Пока ты в укрытии, найди еще одно. Оно должно быть рядом с твоей целью. Следи за врагом и при первой возможности двигайся вперед, стараясь не шуметь и не высовываться. Я буду твоим противником. Начинаем. Так, давай. Я так понимаю, нам надо его обезвредить, да? Хлоп-хлоп. Отлично, Игорь. Это здорово повысит твои шансы на выживание. Спасибо, бро. Так, давайте Привет, смотреть. Игорь. Привет. Рад, что ты быстро освоил новые приемы. Благодарю. Главное, не останавливаться на достигнутом. Так, останавливаться мы не будем, мы сейчас будем с вами спадки и идти на новое задание. Так, день 11, убежище утра. Хорошо, мы с вами уже 11 дней здесь находимся. И чувствуем себя, как говорится, отлично, мы в хорошей форме. Так, давай подниматься. Здорово. И давайте смотреть, что у нас тут с вами есть. Так, эти все задания мы прошли, я так понимаю. Так, а здесь что? Центр Припяти, центр Припяти, центр Припяти. КПЧ, старые документы, Оливеру, ага. Ну, давайте сюда сходим. Давайте сюда сходим. Блин, ну Оливеру на 66%, я не могу понять, почему у него здоровье. Лучше не восстанавливаться. Надо будет посмотреть, можно ли здесь построить какую-то штуку, чтобы подлатать я его. Я помню этот пионерский лагерь. Кто бы мог подумать, что там же были советские бункеры. Оливер очень хочет с тобой подружиться. Но насколько искренне? Он все-таки наемник. На пользу ли тебе его верность? Так, женщина, не гони на Оливера. Так, ну все. Давай, не лагай, не лагай. Умничка, молодец. Давай еще чуть-чуть. И мы прогрузились. Так, хорошо. Давайте смотреть, что у нас тут с вами есть. Ого, у нас тут много чего есть. Хорошо, хорошо. Бродяга. Давайте, наверное, через бродягу вот так и пойдем с вами. Правильно? Все движешь? Так, не. Дай мне. Дай мини-карту. Да, сюда через бродягу и пойдем. Давайте, наверное, на него поставим. Вот так. И пошли тем. Угу. А тут радиация. Пройдем сюда или будет сильно фонить? Или будет сильно фонить? Это кто? Это травушка-муравушка? Да. Возьмем. Все. Ухожу. Блин, нам бы с вами противогаз бы сделать, либо найти. Да и броню бы, наверное, не помешало бы. Наверное, броню тоже нам бы не помешало сделать.
Надо будет как-то уделить где-то часик свободного времени и просто заняться обустройством базы. Так, 30 метров, 115, ага. Мы хоть туда идем или нет? Не, мы в тупик пришли, погоди. Ага, он левее находится. Слышь, и ты где? Корица, ты где? 21 метр. Так, здоровье у нас минус. Но здоровье мы поправим, у нас с вами есть аптечка. Пока месть, корица, не смертельная. Так, бонжур, неужели ты снизу находишься? А если мы спрыгнем, мы сможем подняться? Я надеюсь, что да. Ну? Как сюда зайти? Во, зашли. Хорошо, отлично. Надеюсь, никаких сюрпризов нас здесь не ждет. Так, это тупик, это тупик. Можно пройти? Спасибо. Здесь мы используем отмычку. О, револьвер. Очередной револьвер. Но он нам не нужен, у нас есть. Давайте смотреть. Давайте смотреть, вот у нас револьвер. Что у нас тут из нового? Открытый, ага, инфракрасный прицел. Попробуем? Попробуем, что оно такое? Давайте попробуем. Так, давайте посмотрим. Во! Думаю, будет немножко получше. Что еще можем сделать с вами? Так, магазин, магазин, ага. Не хватает, не хватает. Ладно, неважно. Грибов. Я вот, видите, я же зашел, говорю, что у нас реально не хватает грибов. Ну и ладушки. В принципе, ничего мы с вами не сделали. А где глушитель находится? Мне интересно, где находится чертеж глушителя? Я бы себе сделал бы глушитель и чувствовал бы себя спокойно. Так, отлично, отлично. Куда нам дальше? Здорово, чувак. Надеюсь, я тебя не напугаю, ты меня сейчас не выстрелишь. Господи боже, как ты меня напугал! Не смей больше так делать, когда я работаю! А лучше вообще никогда так не делай! Хорошо, чувак, без проблем. Так, съязвить, поинтересоваться. Что ты здесь делаешь? Ну, кое-кто продал мне комбинацию к этому сейфу, но... Но тебя одурачили. Так бывает, когда жадность застилает глаза. Что? Нет, жадность — это хорошо. Она движет миром. А это, ну, будем считать это издержки профессии. Но жаль, конечно. Большие деньги за эту комбинацию отдал. Может, отмычками удастся открыть? Так, спросить про сейф. Давай про сейф. Ты знаешь, что там внутри? Ну, наверняка что-то очень ценное. Иначе зачем это прятать, а? И что же это был за кое-кто? Один очень важный человек с очень серьезными связями. Да? Например? Не могу сказать. Иначе придется тебя убить. Шутка? Уж надеюсь. Боже! Надо было монтировку захватить! Или динамитную шашку. Да, динамит тут бы точно не повредил.
Похоже, ты в затруднительном положении. Что собираешься делать? Ну, открыть не получается, но может у кого-то еще получится? Возможно. Но он выглядит довольно старым. Не исключено, что он весь проржавел. Может быть. Черт! Ну нахер этот хлам! Все, я сдаюсь. Что? Сдаешься? Ну, слесаря сюда вызвать не могу, верно? Ладно. Я и так достаточно времени убил на этот замок. Если хочешь, можешь тоже попытаться. Хорошо. Все. Заклини его с концами. Обычные отмычки не помогут. А динамита у нас с вами и нет, ребят. Динамита у нас с вами и нету. Даже если бы был бы. Ну, чувак, а ты не хочешь мне что-то сказать еще, не? Бродяга. Ладно, бродяга. Пойдем. Хотя, по большому-то счету, будь я на новом месте, он реально весь проржавел. Можно было бы его подкрыть бы. Ну все, бродяга не хочет с нами разговаривать, так что... Думаю, время уходить отсюда. Жалко, жалко, жалко. Интересно, что в этом сейфе находится. Так, а где выход? Где выход? Погодите. Погоди, погоди. А где отсюда выход? Угу, по-моему, сюда. Да. Развели сталкера на сейф. Говорится, на бабки. Ну ладно, бывает. Так, нам нужно идти вот сюда. И что интересное, ну туда я спускаться не буду. Я думаю, у нас компонентов и так хватает. Так, что по поводу здоровья? Угу. От радиации, лечебная мазь. Давайте используем. Ага, нельзя, да? Во. Избавились от радиации. И теперь давайте лечебную мазь используем. Как раз и место занимать не будет. И мы подлечимся. Я надеюсь, когда я так брожу, я выполняю... Нет! Почему их тут нет? Чёрт! Угомонись, Андрей. Этим документам больше 30 лет. Кто знает, где конкретно они лежат? Капитан сказал, что их нужно найти. Это очень важно. Это для департамента исследований. Эй, ты погляди! Так, 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 так. Приказ о перевозе архива. Тут печать КГБ. Ему место в музее. Документы, меморандумы и рапорты немедленно перенести в закрытое хранилище бункера 007. Стоит дата, апрель 86-го. Похоже, они увезли все важные бумаги после Чернобыльской катастрофы. Потом будем про бункер думать. Не отвлекайся, ищи дальше. Посмотрим, вдруг еще на что наткнемся. Так, в смысле меня эти парни сбили? Надеюсь, говорю, мы... Когда проходим эти все локации, находим все нужные документы нам и все нужное. Так, а ты не хочешь отвернуться, не? Не хочешь уйти. Просто не хочу вас стрелять, ребят. Ну давай. Давай, я тебе даю шанс уйти отсюда. Ну, двигайся. Так, считай до трех. Че, серьезно, раз, два. Окружайте его! Никакой пощады! Цель в укрытии! Осторожно! Р7
капец, ребят, я давал вам шанс, сори. Понимаю, что не обязательно можно было их это, как его, убивать, но сильно долго сидеть я тоже не хочу. Так, что тут находится? Давай, показывай. Так, как мы и договорились, важные документы, служебные записи, отчеты. Ага, охраняем зону бункера 007 в лагере Изумруд. Остальные архивы. Жечь. 007 Изумруд. 007 Изумруд. А Изумруд это где у нас? Или он так не показывается? Ладно. Ладно, ладно. А мы даже и не сюда и шли. Нам в другую сторону надо было. Нам надо было вот туда идти. Ну, бывает. Так, давай смотреть, что у нас здесь. Что у нас здесь? Ага, отмычка есть. Хорошо. Неужели это тот самый дробовик? Даже два штуки. Во. Наверное, будем его использовать против монстров. Надеюсь, что они хорошо помогают нам против монстров. Надо будет как раз попробовать. Найти сейчас бабайку. И стригерить его. Понял, так не берется. Хорошо. Хотя дробовики я не очень сильно люблю, но... Что поделаешь. Если они помогают против монстров лучше, чем калаши, то будем ходить с дробовиками. Так, теперь давайте смотреть. Нам нужно идти по дороге к этому вот сюда. Как это сделать? Тут радиация, да? Я так понимаю, будет зашкаливать. А, ага, нам нужен этот, как его, противогаз. Противогаза у нас нету. Нам нужен противогаз, да, без противогаза мы сюда не зайдем никак. Я так понимаю, задание это мы с вами не выполним без противогаза. Ладно, ладно. Я надеюсь, это не квестовый сюжет, а просто типа нычка какая-то. А вот у нас по квесту. Старые документы. Все, отправляйся к старым документам. Потом, когда у нас будет с вами противогаз, может быть, сюда и заглянем. Так, давайте сначала посмотрим, что здесь прячется. Смотрится, что тут есть. А потом уже пойдем к секретным документам. Так, а если я спрыгну, я отсюда ж выберусь? Правильно я понимаю? Ну что, рискуем? Блин, а что я пропустил? Я что-то пропустил, да? Ладно. Пропустили, так пропустили. Так, давай смотреть. Ага, тут мы все залутали. Надо будет сейчас назад вернуться, посмотреть. Мы с вами какой-то ящик вот этот вот пропустили. Что там находится? Что по поводу отмычек? Три штуки есть. Отлично. Отлично, отлично. Так, где этот ящик был? И что в нем находилось? Ага. Вот, для противогаза у нас есть... фильтры, а самого противогаза нету. Что могу сказать? Печалька, ребят, печалька. Ну что, идемте по выполнению задания. Пройдемся. Надеюсь, сюда и выйдем. Да, вроде идем. Вроде идем, отлично.
Так, застряли? Нет. Угу. Сильно будет бить радиация? Или терпимо? Так, мы почти с вами пришли. Сейчас, секунду, проверим, что тут есть. Да, а тут как раз что-то и было. Потрошки на коллаж. Фильтры и грибочки, да? Не, травичка. Травушка. Так, наверху. Наверху пусто. А вот и бункер. А вот и бункер. Ну что, будем спускаться? Только, наверное, давайте возьмем с вами дробовик на всякий пожарный. Включим фонарик. И пошлите. Потому что по-любому какая-то падла тут есть. Вот стопудово. За 100% какая-то падла тут сидит. Так, налево, направо, направо, налево. Давайте сходим направо. Посмотрим. Так, вроде никого, да? Вроде никого, вроде ничего. Давайте сделаем вот так. Давайте обратно возьмем дробовик. А вот и сейф. Долго же ты шел к своей смерти, наровский крысеныш! Или кто ты там? Я человек верующий. Убийство мне не в удовольствие, даже если я давлю мерзких грызунов вроде тебя. Но иногда высшая цель требует жертву. Не знаю, это крысиный король подговорил тебя, или ты забрел сюда по ошибке, но я никому не позволю помешать моей священной миссии. Тебе не уйти отсюда живым. Облегчи свою участь. Сделай глубокий вдох и прими свою судьбу. Как там было? Убивай всех. Так, чувак, прекращай. Великий крысолов на небесах узнает своих. Так, прекращай, отдай мне, пожалуйста. А, алло. Алло. А. Я понял, без противогаза сюда не стоило идти. Ну все. Это конечное, да? Еле успел. Ё-моё, я думал, все, это как конечное. Дарья. Кафе Припять. Дуга. Что это все значит? I don't know. Так, ребят, мы... Может, мне стоит перезарядить ловушки? Что? Почему? Кто бы ни шел за нами по пятам, он наверняка придет сюда в поисках зацепок. Может, было бы благоразумно... Что? Использовать возможность немного сократить поголовье бойцов нар? Именно. Слушай, мне в жизни приходилось убивать... Но этот план мне совсем не нравится. Бог знает, кто тут может шариться. Что если в эту ловушку угодит гражданский? Так, перезарядить ловушки, оставить как есть. Перезаряжаем. Когда ты в последний раз видел в этих местах простого гражданского? Ладно. Но ты поступаешь безрассудно, Игорь. Это плохо. Так, идемте. Так, идемте, идемте, идемте. Все? Все выполнили? Ты кто? Слесарь. Ну, в принципе, мы все такие задания
квеста вы выполнили. К слесарю не знаю, будем ли мы идти, либо не будем. Давайте еще посмотрим, что у нас тут есть. И давайте отправляться домой, я думаю. Давайте будем отправляться с вами домой. Так, пехаль. Что у нас тут есть по пехали нового? Давайте смотреть по поводу ствола. Есть что-то? Угу, подходит, есть все. Но не, я думаю, лучше прокачать наш калаш. Пехаль у нас так, чисто для вояк, а вот калаш нам с вами понадобится. Так что пехаль пока трогать не будем. Я думаю, нету смысла. Так, давайте прошуршим домой. И, в принципе, думаю, на этом можно будет и закончить. Ага, это тупик, да? Да, а вот мы и вышли назад. Так, идем домой, идем домой. Ловушку перезарядили. Так что, полетели. Привет, 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 Андрей. Так, давай делим паёк. Делим паёк. Принять. Хорошо, да, отлично. Так, осталось нам здоровье подхилить с вами. Где наша аптешечка? Все, да, конечно, использовали. Использовать успокоительное. Во. Отлично. Что ты, как ты тут? Нормально? Нормально. Самое главное. Что у нас по поводу успокоительного? Это у нас от радиации мазь. Окей. Так, давай смотреть. Мазь от радиации, успокоительная. Да, хочу. Так, лечебная мазь, здоровье восстанавливает. Да, хочу. Все, грибов сколько мы потратили? Ага, 5 из 6. А это, по-моему, штуку, чтобы построить, нужно 6 штучек. Ну и ладно. Давайте сложим все ненужное. Все ненужное давайте сложим вот сюда. Так, револьвер вот сюда. Патроны для дробовика. Будем ли мы с собой их тягать? Будем ли мы их тягать с собой? Да, наверное, либо нет, я не знаю. Просто место столько всего занимает. Так, ты кто? Патроны для револьвера нет. У нас сильно много и так их. 30 штучек с собой носим. Для автомата, возможно. Так, надо будет, наверное, потратить все эти запасы на нашу постройку базы. Потому что уже сильно много места занимает. Ну, в принципе, все поделили. Так, патроны для дробовика. Сколько у нас с вами есть? 25 штучек. А стоит ли нам сейчас с собой их таскать? Дробовик. Я думаю, в принципе, не стоит. Так что давайте, наверное, наш дробовик прокачанный мы сюда. И сюда к нему сверху и патрушки. Так, я думаю, будет лучше. Ага, у нас еще один револьвер есть. Сколько ж много у нас с вами револьверов? Это что? Это патроны для револьвера. Угу. Окей. Ладно, ребят, я пошел отдыхать. Ну, то есть Игорь пошел отдыхать, спать. А мы с вами увидимся уже в следующей серии. Так что все. Всем пока-пока.